задача покататься в свое удовольствие, вспомнить, что это такое. Только понятное дело, что не плавать, и более-менее технично. Первую неделю просто катаюсь. Катались на велосипедах еще в детстве, катались по острову Хортицы вечером, поздним, штиль на воде и два голоса. Высокие скалы и тропинка на велосипеде вдоль этих скал. Нам стало тех, кто же там разговаривает внизу. Посмотрели, едут два академиста, две лодки академические, два спортсмена, спокойно рассекают гладь Днепра, штиль вечер и беседуют, и нам так понравилось. И мы решили с другом тоже этим спортом заняться. Начали искать эти водно-спортивные базы. Ну, к сожалению, попали не, ну, может, к сожалению, к счастью, попали не на водно-спортивную базу академической гребли, а на базу каноэ и байдарки. Познакомились с тренером. Тренер нас заинтересовал своим отношением ко всему. Хотя мы его не сильно заинтересовали, были худые, уже поздновато пришли, слабоватые. Но остались, так потихонечку пошло. Это был восьмой класс. А в 11 классе, в 10 классе я уже мастер спорта. Лопатки, не спеши, подставляешься опять под переднюю ногу. Сюда приехали с моим напарником, другом, мы двойки гребли когда-то, вместе начинали, сейчас вместе работаем, может быть, не так уже вместе, как каждый себе стал индивидуально, чтобы пытаться достичь, но тем не менее за наше время мы подготовили 15 мастеров спорта. Мы когда начали работать в 92 году и приехали впервые на чемпионат Украины, никто не знал, где такой город Энергодар и вообще в какой он области и что это такое. А когда люди стали попадать в сборные команды Украины и на протяжении там не одного года, а там десяток лет, да, они, может, там не становились там чемпионами, призерами чемпионата мира Европы, но в сборной всегда были, звучали. Ну, были тяжелые времена, это 90-е годы, там не то, что грести, там не знал, что поесть, что попить после тренировки. И так получилось, что пригласили в Энергодар, выступать за город Энергодар, предложили питание хорошее, я имею в виду финансы, деньги, тренировки, условия, лодки, форма. Мы решили уйти, но приехали сюда, посмотрели, нам очень понравилось. Нам дали погрести буквально один сезон, и осенью уже мягко так заставили набирать детей, тренировки, открылась спортивная школа. И мы как со спортом закончили и начали более профессионально заниматься тренерской деятельностью. Родные соревнования, чемпионат Европы был во Франции, где-то под Парижем. Это Давыдов Денис. Они выступали в четверке, попали сразу в финал. И финал был, у нас был заезд финальный. И я ушел на ту сторону канала от трибун подкричать. И такое было волнение, что так вот сел, они начинают грести, начинают вставать, кричать. Чувствую, что я теряю сознание, головокружение. Я опять сел, думаю, да не. Опять теряю сознание. И я уже кричал, сидя, чтобы не потерять сознание. Вот это были эмоции, действительно, такие. Это первая такая медаль международного класса, которую очень сильно запомнил. Из этих 15 мастеров спорта уже два человека у нас стали международного класса мастера спорта. И одна, вот Людмила Бабак, у нас уже стала заслуженным мастером спорта Украины. Это основное. Ну и, конечно же, Бабак уже многие знают, Людмила, она в этом году уже стала шестикратной чемпионкой мира по марафону среди женщин в каноэ. Я пришла в 11 лет, меня привели друзья. Я до гребли много какие виды спорта посещала, но как бы не задерживалась, они меня не могли так заинтересовать. А в гребли пришла, получается, как бы меня затянуло полностью, все так я стала гребли. Немного людей говорили, что спортом ничего не добьешься и жизнь себе не обеспечишь. Я могу полностью сказать, что эти люди ошибались. Занимаюсь своим любимым делом, за это получаю деньги, как бы что может быть просто лучше. Так. Сейчас.
Лисовская это выделяется. Нормально. Я же не готовился, но есть, так есть. Так, давай, подожди. Давай, пойдем, пусть. Здесь мне удалось попросить деток, мне разрешили посадить несколько деревьев. Так, как-то вот подумал, что надо дерево одно хоть в жизни посадить. На одно переросло немножко большее количество. Потом садик уже огородил заборчиком, чтобы было подсобильнее. Деревья все посажены с любовью. К сожалению, одно место не может прижиться. Уже второе дерево сажу, никак. Вот это вот здесь какое-то гиблое место. Ананасовый абрикос, черный абрикос, алыча какая-то, не помню какая. Вот это вот серьезная алыча, такие огромные сливы, большие, классные. Здесь две яблони и на той территории еще две яблони. И вот это здесь как не приживется. Посадил одну яблоню, выкопал, в этом году посадил черешню, опять пропала. Вот сейчас пока еще не поздно, наверное. Ну, я вам даже больше сажу. Единственное яблоко, которое было, и оно отвалило, ты его не съел. Вот так. Первое дерево есть с этой яблони. Сейчас едем в спорткомплекс, там, где непосредственно базируется наша спортивная школа. А обычно в осенний период, поздняя осень и до ранней весны, мы там в спорткомплексе занимаемся. В основном с начальной подготовкой и учебно-тренировочными группами. А старшие ребята здесь, на водно-спортивной базе, пока лед не станет. По поводу Эдергадара я сюда переехал в 92-м году. Ну, как бы за все эти годы, а их там уже почти 30, да, ни разу не пожалел о том, что уехал в Запорожье. Хотя там я и родился, и я там греблей занимался в свое время. Здесь более условия для работы были созданы оптимальные, плюс помогли с квартирой. Да и все по жизни помогли. Все, что есть, благодаря этой работе и этому городу. Плохо, что у нас нет высшего учебного заведения. Мы не можем оставить людей здесь, в Энергодаре, чтобы они дальше выступали и гребли за наш город. Это вот у меня задержало встречи 4 человека, читал уже 4 человека, которые выступают по взрослым, благодаря тому, что они начали поступать на физвоспитание в Запорожский университет. Сейчас стала возможность устраивать в армию на контракты ребята. Какие-то получают зарплаты, какие-то деньги, стипендию начали платить в Энергодаре спортсменам, ведущим, 10 стипендий. Здравствуйте. Привет. Есть кто-нибудь? Привет. Есть кто-нибудь в нашем царстве, государстве? Здравствуйте. Маску привет. Можно снять. Привет. Ир, я хотел это самое, по поводу этого узнать. Стипендии, что там нужно подавать, какие документы? Ну, смотри, мой паспортный, идентификационный. Кстати, вот пришел мой первый воспитанник, который ездил на чемпионат мира со мной в Бразилию, точнее я с ним. Сейчас работает директором с культурно-делового центра нашего современника. Вот можете у него взять интервью. Мастер спорта Украины. Недоклонный чемпион Украины и призер по юниорам, участник чемпионата мира в Бразилии в 91-м году, да? Завоевал в одиночке тогда. У нас какое 11-е место?
А 2001 год? Я думаю, что если бы не Сергей Степанович Снежко, гребли в Нарадаре бы не было бы вообще. Ну, она бы, может быть, началась бы, но она бы долго не продолжалась бы, она бы заглохла. Это человек фанат своего дела, он любит это очень сильно. Очень много мне дал по жизни, это не только относится к спорту, а вообще это держаться, бороться до конца, это относится не только к спорту, а к жизни. Вот. И сейчас он продолжает, несмотря ни на что, он продолжает по чуть-чуть, постепенно выходить на новый уровень. Вот, пожалуйста, уже дорос, уже заслуженный тренер Украины. Вот хочется, конечно, выйти тренироваться, начать заново, но потом думаешь, зачем? Да, даже сняться соревнования, да, что стою на старте, выступаю. Не хватает этого адреналина. Драганова, а что ты на этой лодке, я не понял? Мы на этих лодках уже не ходим. Я приходил тут по 60 человек. Я прошел там по школам 60 человек. И то они что-то еще приводить. Вопрос в чем? На что их потом посадить? Лодок не хватает, весел не хватает. Это еще даже не самое страшное. Они потом отсеиваются само по себе. Но начинаешь работать со старшими, начинаешь уезжать по соревнованиям, по чьей-то Украины. Где-то сбор, начинаешь ставить приоритеты. То ли оставить с новичков, с ними остаться здесь, не потому что будет дальше, то ли потерять тех, которые уже что-то достигли.